Развязку на улице Пугачева в Уфе построит челябинская компания «Уралмостострой» за 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Средства выделят из бюджета республики. Работы планируется завершить к 25 ноября следующего года. Двухуровневая развязка спроектирована по типу клеверного листа. Общая протяженность восьмиполосного путепровода составит более 3 километров. При этом подрядчик должен предоставить гарантию. 8 лет на саму развязку, 4 года на верхние покрытия. 10 лет на дорожные знаки. Для строительства объекта будут изъяты 74 земельных участка, на которых построено 108 домов и гаражей. На сегодняшний день идет оценка стоимости объектов. Самая сложность – это освобождение территории строительства для строительства этой развязки. Мы уже начали оценку. Постановление об изъятии для муниципальных нужд уже принято. Но хочу сказать, что слово «изъятие» не пугало вас. Да? Это изъятие подразумевается под собой выкуп по рыночной стоимости. Напомню, строительство развязки – это один из этапов возведения южных ворот города. Он также включает в себя реконструкцию улицы Пугачева и строительство нового моста через Белую с выездом на трассу Уфа-Оренбург. Челябинская строительная компания «Уралмостострой» также проведет капитальный ремонт старого арочного моста через Белую стоимостью 4 миллиарда рублей. Ранее она не выступала генподрядчиком по возведению моста в Ставке через Белую в створе улицы Воровского за 3,5 миллиарда рублей. Также компания вела работы по реконструкции развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Закива-Лидия.